Телеканал «Мой город» предлагает горожанам вновь оказаться в интересном положении. В субботу в 8 вечера стартует новый сезон одноименного социального проекта о детях и родителях. Если раньше зрители наблюдали за молодыми парами, ожидающими первенцев, то теперь в центре внимания вопрос о воспитании детей. В каждой программе не только истории семей из Кемерово и Новокузнецка, но и рекомендации ведущих специалистов, детских и семейных психологов и педиатров. Проект планируется долгосрочным, герои успеют запомниться и полюбиться телезрителям. Но в этот раз в нашем проекте участвуют не только классические семьи, но и, можно сказать, необычные семьи. Например, есть семьи творческие, семьи, в которых воспитываются близнецы, в которых воспитываются приемные дети.